Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня будет видео о покупках из зоомагазина. Это моя собака Лёля, давненько не было покупок, вот я их сейчас снимаю. Ну что ж, давайте мы и начнем. Первое, что купила для Миши, это вот такая большая косточка, вот. Но это не тебе, ты такую даже не донесешь, тебе даже половина большая будет. От фирмы зубочистики, о, уже выпрашивает, Лёля, не стыдно. В общем, она стоила 146 рублей со вкусом курицы. Вот такая вот косточка большая, но Миша ее быстро сгрызет. Что я ему покупала такую для средних пород, если для больших, наверное. Вот, ну, в общем, как вот такую вот кость покупала, ну, таким размером. И она, когда был еще маленький совсем, ему было месяцев, наверное, 5-6, он ее сгрыз, наверное, за минут 20, даже меньше. Вот. Вот такая вот косточка. Я тоже Миша купила. Это вот такая вот игрушка от фирмы Zoonic. Это тоже вот такая вот большая резиновая игрушка, она пищит. Лёля, иди сюда, извини. Она испугалась. Давай, сидеть. Молодец. Вот такая вот. Она стоила 111 рублей. В общем, недорого. Мне хотелось, чтобы я Миша могла кидать, и она бы носила мне. Потому что он как бы не разгрызает, в принципе, такие игрушки. И, конечно, если ему оставить, он разгрызет. Но а так он, если принесет, там, покидать ему, то ничего страшного не будет. Вот такая вот. Лёля, иди сюда. Не обижайся. Ну, извини, нужно же мне показать, как она пищит. Давай. Ну, уже уйти хотела. Мазочку показать свою. Ой, досочка моя. Так, это легкая говяжья. Лёля уже учуяла, что это ее. Да, тебе. Это Лёля я купила. Она их обожает, как вы знаете. Легкая. Это просто ее просто ван лав. Да? Да, твое. Давайте мы ей дадим. Сейчас убежит. Лёль, уйди, там некрасивый фон, давай здесь сидеть. Ну да, суслик. Подыщи. Она его обожает, потом из рук прям вырывает. Давай, Лёля. Подыщи, подыщи, подыщи. Это она рада. Подыщи. Молодец. Кувырок, кувырок, давай кувырок. Кувырок, ну нет. Давай, где кувырки наши? Кувырок, где кувырок? Кувырок, 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 давай, кувырок. Я тебе помогу. Все, вы видели, как она перевернулась. Ну, вот такая она радостная у нас. Сидеть. Лёля улыбается. Лёля, улыбнись, улыбнись. Как Лёля улыбается, молодец. Аккуратно. Так, а ну. Ну, просишь, просишь, понимаю. И она не голодная, сразу говорю, она просто любит такие вкусняшки. Тихо. Все, иди. Еще это вот такие вот жевательные полоски от фирмы Happy Dog. Говядина и телятина. Сделано в Германии. Это для Миши, для дрессировки, потому что Лёлю я ей даю легкое, и я ее, в принципе, уже так часто не дрессирую, потому что ей это уже, в принципе, не нужно. Она уже в возрасте. А Миша еще молодой, и я его дрессирую всеми командами. Я его новые и цирковые учу команды. Вот. И тут состав мяса и мясопродукты. 10% говядины, 10% телятины, злаки, растительные продукты, 0,4% инулина, масла и жиры, минеральные вещества. Состав не такой уж и плохой, но в принципе не очень хороший. Но для Happy Dog это достаточно хороший состав. И для... как для этих... забыла. О, для дрессировки оно сойдет. Вот. Такие что купила, только утиные, деревенские лакомства, давненько деревенские лакомства не покупала, не знаю почему, потому что они дорогие сильно. Ну вот эти стоят 146 рублей, они вон там вот такие вот мокренькие какие-то, жирные, я забыла сказать, влажные, влажные они. Давайте откроем, потому что там внутри подарок, а это магнитики, мне интересно, какой это магнитик, потому что у меня есть уже один магнитик, это с сибаиной, ну короче, с акитой, только сивой иной, ну маленькой акитой, ну понял. Какой тут магнитик у нас с биглеем. Лёль, ты чё, у меня эта штучка выпала, она ее берет. Голодная что? Нет, ты только поела, не надо вот тут мне. Вот тут, давай фокус, ты где? Фокус, плиз.
Вот вот такой магнитик. Забегли. Я хочу, чтобы не с Юрком попался. Или... Лёль, что ты всё ешь? Вкусное, да? Давай тебе. Так, смотрите, оно очень мягкое вот такое. Давай. Фу, воняет. Сидеть. Суслик. Как Лёля улыбается. Как Лёля улыбается. Как Лёля улыбается. Давай сюда смотри. Сюда смотри. Вот сюда. Вот, вот тут. Да, молодец. Как Лёля улыбается. Молодчина, все на, все. Давненько вкусняшек не ели мы с тобой, да? Да, 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 да. Ой, все, простите. В общем, ребята, это были вот такие покупки из магазина. Вот такие вот, вот такие вот, вот. Если вы хотите обзор на какие-то из этих вкусняшек или игрушку, как я делала обзор на вкусняшки Педигри, то пишите мне в комментариях, я сделаю обзор на какие-то из этих вкусняшек. Например, отдельно про Хэппи Дог, отдельно про Ирэнский Лакос, отдельно про зубочистики, например, чисто про игрушку эту или про легкое. Да, Лёль? Что ты звуки издаешь? В общем, ребята, если вам это видео понравилось, поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал. И всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока.